В Когалыме прошли окружные соревнования по спортивной гимнастике. В них приняли участие больше полусотни детей из Сургута, Когалыма и Тобольска. Для каждого возраста своя программа с разным уровнем сложности. Выступали в четырех видах многоборья – брусья, бревно, вольные упражнения, опорный прыжок. Чтобы правильно выполнить элементы программы, спортсмены тренируются по 3-4 часа в день. Тем не менее, во время турнира случаются падения и травмы. И тогда юным гимнастам нужно проявить силу духа, чтобы вернуть себе состязательный настрой. Ведь на кону участие в окружной сборной. Эти соревнования у нас проводятся раз в год. Цель этих соревнований, основная цель – отбор наших гимнасток, нашего округа, в сборную команду Ханты-Мансийского округа. У наших девочек есть шансы попасть в сборную Ханты-Мансийского округа. Они все для этого делают, тренируются, стараются. Но в конце соревнований покажут результаты, как пройдем.